Дорогой ВУЗ, в стенах университета мы живем в новом ритме. Сессия, практика, каникулы, учебный процесс. Все годы обучения пролетели как на одном дыхании. И теперь, когда у нас в руках долгожданные дипломы, нам нужно идти дальше. Директору Института нефти и газа Зеленскому Владимиру Ивановичу от всего курса хотим выразить благодарность за наши студенческие годы в стенах родного университета. Спасибо всему преподавательскому составу за ваш высокий профессионализм. Пусть никогда не иссякнет в ваших сердцах доброта и мудрость. Благодаря студенческому центру и лично проректору по молодежной политике Бровиной Анне Викторовне и заместителю по воспитательной работе Кожедёру Александру Игоревичу мы смогли проявить себя не только как активисты, но как и творческие люди. Хотелось бы от лица всех выпускников поблагодарить нашего многоуважаемого ректора Карминскую Татьяну Дмитриевну. Благодаря вашему труду университет стал для нас не только образовательным учреждением, но и вторым домом. Спасибо вам за ваши напутственные слова, за поддержку и неравнодушие. А нам, выпускникам, наступила пора становиться взрослыми и идти дальше. Мы постараемся оправдать гордое звание выпускника Югорского государственного университета.